Всем привет, с вами Денчик. Мы находимся на авторынке Алматы. Это уже, не знаю, какое видео по счету, но мы находимся именно сейчас в самой верхней части. Здесь представлены более такие дешевые машины, так сказать, самой начальной ценовой категории. Небольшой краткий обзор цен. Видео будет состоять также из нескольких частей. Вы же обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну что ж, а мы поехали. Ну и тут в самом начале стоят пару аудюшек. Эту аудюшку прям активно рассматривают, видимо, уже хотят взять. Audi, бочка, так называемая, 1 350 000, 2.3 на автомате. Автоматическая коробка передач. Это всегда очень здорово, особенно в городском режиме. Ну и вот эту аудюшку, которую сейчас активно рассматривают, зеленая, 6-я. Прям что-то она такая привлекла внимание. Стоит данная машина 2 300 000. 2.6 на автомате. Дальше еще одна Audi. Audi, это уже Audi 4, 1.8. Объем двигателя автомат. Просит за нее 1 697 000. Ох, это у нас уже 4-я Лада за сегодняшний день. 18-й год, но это уже практически новая. 1.6 механика, стоимостью 2 700 000. Рядом у нас стоит Карина, крайне популярный автомобиль, очень надежный, 1 494 000. Еще одна, правда, здесь аудюшек много. 1,5 миллиона 94 года на механике. И здесь вот ряд немецких машин, хорошо подготовленных, как правило, именно в этой части. 1 850 000 94 года на автомате. Аудюшка в кузове, универсал. Универсал у них называется Allroad обычно. Audi A4, 2 200 000 на автоматической коробке передач. Интересная такая аудюшка, выглядит неплохо. Дальше Mercedes. И вот здесь прям хорошо капитально такие подготовленные стоят Мерсы. Это Mercedes E-класса, 2,5 миллиона 93 год, 2.8 на автомате. Но они прям здесь все блестят. Очень хорошее состояние. Ну и по салону все здорово. Рядом у нас еще BMW пятерка, 3 миллиона 93 года, 3 литра на механике. Круто выглядит. Рядом еще один у нас Mercedes, 124 кузове, 2 миллиона 500 тысяч 94 года, 2.8. Также автоматическая коробка, черный кожаный салон. Ну и она тоже такая прям... Прям заморачиваются они с подготовкой. Этот у нас Mercedes C-класса 2000 года. Цены, к сожалению, не вижу. Рядом еще один Mercedes C-шка. 93-й год, 1 800 000. Блин, 93-й год, а выглядит как хорошо. И состояние там такое неплохое. Рядом у нас Nissan Maxima на 1 300 000. Левый руль. Ох, как круто выглядит. 2 900 000. Mercedes 2.2 на автомате. Вот такая Ешка. Еще, блин, вот круто выглядит, да, тонировка. Что у нас нельзя тонировать? С тонировкой машинка прям выглядит намного наряднее. Ну и по кузову она вся такая прям капитально подготовленная. Легкосплавные диски Toyota фирменные. И выглядит прям Мерсик круто. Рядом еще один Mercedes. 124 миллион 792 года. Также 2.8 на автомате. Еще несколько Мерседесов. Тоже в 124 кузове. Тоже выглядит прям очень круто. Как они умудряются такие делать машины. И салон прям круто выглядит. Качество какое, да? Умели делать машины? Сейчас, блин, тут все старые машины еще более качественные, поделки, нежели современные. Ах, дальше, ну, на этого Марса не было цены. Дальше у нас Mercedes E-класса. Стоимостью 2 800 000, 2.8 на автомате. Еще один Mercedes E-класса, 2 500 000, 98 года. Mazda. Ну, редкая Mazda. Ну, и цены описания, к сожалению, нет. Тут не ценник, а описание, просто транзитный номер. Также тоже вот на транзитных номерах машина. Еще одна Mazda на транзитных номерах. Блин, плохо, что не вижу номера. Mitsubishi Charisma, 1 500 000. Кстати, такая машина недорогая, экономичная. Всего 1,5 миллиона.
Nissan Almera в кузове хэтчбэк, 16-й кузов, если я не ошибаюсь, 1 650 000, 1.6 на механике. Единственное, да, механика не очень по городу, но так, экономично зато. Mazda, это Mazda 3, Mazda 323, 1 900 000. Рядом Toyota Carina, 1 494 года. Ну и тут машины немного наставлены в хаотичном порядке. Ну, такой поджерик. Ну, какой интересный, хорошей резине. Для бездорожья, мне кажется, очень-очень неплохо. За 1,5 миллиона 91 года на 2,5 на автомате. Дальше у нас Toyota Corolla с разными фарами. Стоит она 2 250 000 2004 года на автомате. Рядом с ней Toyota Carina, 1 450 000 92 год, механика также. Volkswagen Passat, 2,5 миллиона, машина на любителя. Ну, Passat неплохие, но почему-то их не так много. 2004 год. Рядом тут Volkswagen Golf 4. Когда-то я таком мечтал, хотел, но когда был школьником, студентом, но так и не взял. 2000 год, 1 700 000 на механике. Дальше у нас Toyota Camry, 40-ка. Ну, обычно такие машины сейчас в другой части рынка находятся. Это стоит 3 300 000 2004 года. 2006 года объем 2,4. Я уже немного заговариваюсь. Четвертый час хожу по рынку. Это у нас 1 850 000 Mercedes C-класса. Ешка 2 000 000. 96 год. Toyota. Блин, это же не Toyota. Это же, кажется, Nissan. Или это Toyota Nadia. Toyota Nadia 1 900 000. Она какой-то Nissan смахивает. Ну, что-то я, видимо, уже путаю. Интересная машина. Ну, в чем тоже редко. И тут стоит такой интересный BMW 528. Ярко-красном цвете. И просто за нее 2 700 000, 2,8. Интересная BMW. Тедденс. Ну, немножко еще правых рулей. Toyota Windom за 1 396 000 года, 2,5 на автомате. Honda CRV. Цена 1 800 000. Toyota Camry за 3 300 000 2002 года. Ну, тут машины наставлены немножко в хаотичном порядке. То как кому как удобней. Toyota ED-шка 1 300 000. Mercedes E 1 700 000. 93 год, 2,8 на автомате. Ну, еще три Мерседеса прям подряд тоже. В 124 кузове. Интересно. Когда-то у меня был такой Мерс. Покатался я на нем совсем немного. 1 900 000. 194 года. 2,8 на автомате. Ну, Мерсы эти классные. Мерс. Ух, какая у него мощная колонка. Сабвуфер. Качает музыка на нем. Кожаный салон. Выглядит неплохо. Но цена, к сожалению, не указана. То есть ценник, объем двигателя и номер телефона. Но цены самой нету. Еще один Мерседес. Также без ценника. Блин. Немного в хаотичном порядке расставлена машина. Ну, давайте вот с этой Audi начнем. Audi C4, красная, 93 год, стоимость 1 600 000, 2,6 на автомате. Ну, неплохо так Audi сохранилась. Вылезали, подготовили. Mercedes Ешка, ну, тоже без ценника. Это Audi у нас тоже без цены, без записания. Еще один Mercedes, 1 691 000 года, 2,3. Автоматическая коробка передач. Audi. 91 год, 1 580 000. За 2 000 000 Mitsubishi Pajero, 2,4. Toyota Camry на таких интересных хромированных дисках. Правда, колпачки были потеряны. С колпачками интересно, конечно, выглядит. 2 800 000 2001 года. И вот там хозяева отдыхают, спят. Honda Odyssey без ценника. Этот Mercedes мы уже снимали. Ну, совсем хаотичном порядке наставлены машины. Сложно что-то снимать. Ну, давайте вот здесь еще так немножко поснимаем. И пойдем
другую часть рынка. Этот у нас Mercedes стоит 1 600 000, E280. Эта C-шка у нас стоит 2 200 000, C-класс и E-класс на механике. Цена не указана, к сожалению. Nissan Micra, балдежная машинка такая. Но она больше, наверное, для девочек. Ничего интересного, колпаки такие повешали. Не оригинально, но цена, к сожалению, не видна. Итак, хаотично порядка наставлены еще машины. 1 850 000 за вот этот Mercedes. Но. Камрюха. 3 100 000. Ну, давайте завершение посмотрим вот этот Highlander. Ну, и Lexus заодно. Lexus 2 900 000. И Highlander верхней части рынка. Черный, лимитовый. 4 400 000. 3 литра. Автоматическая коробка передач. Пороги с какой-то другой машины. То есть они не покрашены в цвет кузова. И явно не оригинальные. Ну вот и все, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы сейчас пойдем в ту часть рынка, там есть тоже интересные машины, не очень дорогие.